Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Бравл Старс. Так, и с чего начнем? А начнем, пожалуй, мы с того, ребята, что в магазине недавно была акция, да, наверное, многие знают. И что же я приобрел? Так, секундочку. Ух ты, давай-ка еще возьмем один с вами мегаящик. Так, очки силы на Пенни. Да, ребята, кстати, у меня появилась Пенни, и не только. Сейчас покажу, кто у меня вообще появился. Так, мегаящик, чем порадует меня? Понятно, монетки. Так, кольт, 14 силы. Так, Нита, 30-очка. И Бул, 48. О, на Рика, да, Рика, кстати, ребята, у меня появился. Ух ты, я еще и прапать могу. Джесси, красота моя ненаглядная. Слушайте, неплохо, ребята. Оу, ха-ха. Меня это порадовало, если честно. Хм. Ну что же, что такое панданита, скин 19, ребят, ну в принципе, я возьму. Я возьму, ребята, этот скин себе. Хоть я не особо нитой люблю играть, но пока. Думаю, в дальнейшем я все-таки займусь и нитой. Ну что же, давайте покажу для начала, кто у меня, ребята, обзавелся. Легендарных нету, как вы их называете, легендарные герои. У меня обычные, самые обычные бойцы, ребята. Но, тем не менее, я каждого уже успел попробовать. Так, кроме, по-моему, Пако. Я им не особо играл. Так, давай-ка мы с вами улучшим нашего... Ой-ой-ой-ой-ой. Подожди. Я хотел его улучшить, а не взять. Улучшить, конечно же, ребят. Вот, я улучшил его. Ну, в общем, смотрите. Скажу, кто у меня появился. Пенни, Дэрил, Рика. И все. Да, ребята, и все. У меня больше никого. Вот три этих персонажа. А, нет, вру. Слушай, Джесси... Нет, Джесси у меня была, ребят. Да, Джесси я выиграл, ну, по... Как-то... По очкам, по кубкам. Ну, вы сами поняли, короче. Смотрите, что у меня получается. У меня Эль Прима имеет 15 ранг, да. Кольт 12. Угу. Нита 5. Шелли 6. Ну, Булом я, ребят, не играл, честно говоря, поэтому он 1 ранга. Ну, Барли 5 ранга. Ну, Пока тоже я им не играл, поэтому 1 ранга. Рика пробовал. И, кстати, Дэрилом тоже пробовал. Но я скажу вам одно, что мне почему-то Рика зашел больше, чем Дэрил. Не знаю, с чем это связано. Они вроде бы как два робота, этот превращается в бочку, а у Рика идет рикошет. У него снаряды рикошетят. И Пенни, между прочим, похожи чем-то на Джесси. Они оба как механики, да? Только Пенни, если я не ошибаюсь, ставит пушку, которая... бросается снарядами, а Джесси ставит турели. По-моему, вот так вот. Ну что, ребятушки, давайте маленечко мы с вами поиграем. Что у нас тут за сообщение? Так, просит. Так, в чат-клубе что там? Прику. Угу. Так, я еще разочек со всеми поздороваюсь. Всем прива. Надеюсь, по-русски. У меня, ребят, не видно тут из-за камеры. Надеюсь, по-русски написал. Да, всем прива. Все отлично. Ну что же, и я хочу приступить. И буду я играть, надеюсь, не слишком тихо. Мне как-то вот слишком тиховат звук. Начнем, ребята, с Эль Прима. Да, ребята, у него новый скин. Вы знаете, что вот этот вот по стандарту идет. Я взял вот этот вот. Выбираю именно его. И давай посмотрим, что у нас тут. Захват кристаллов, ограбление. Ну, ребята, в принципе, что было утром, то и осталось на вечер. Начнем, пожалуй, с разминочки. Всегда я начинаю разминочку с захватов кристаллов. Поехали. Так, лишь бы меня мой напиток не подвел, ребят. Угу. Так. Оу, два Эль Прима, не слишком ли много? Не слишком ли много у нас тут Эль Примо? Жду. Так. Я понимаю, конечно, все это. Сейчас тут будет очень... Оп! Так, давай, замяли мы одного. Хорошо, отлично. Так, турель куда поставил? Хорошо. Ой, елки-палки, ладно, фиг с ним. Ребят, главное, что у меня не было гемов. Я ничего не теряю, поэтому я гемы не собираю. Если я играю танкули, гемы не собираю. Потому что если меня подобьют, чтобы, как говорится, нечего было терять. Ну, и им тоже я жить... спокойно не дам, поверьте мне. Моя цель прикрывать. Вот так, отлично. Прикрывать вот, например, Бавасика, да? Бавасик, я надеюсь, правильно я сказал? Или Бав... Как я, честно говоря, не успел посмотреть, потому что я очень, ребята... Так, Эль Прима спрятался, молодцы. Давай. Опс. Слушай, ну мы вдвоем два таких тяжеловеса могут тут таких, ребята, им
дел понаделать, если честно. Так, я хиляюсь. Слушай, Бовасик, Бовасик, ты не суйся лучше, да, пожалуйста. Пожалуйста, просто не суйся. Мы уже как-нибудь здесь сами попробуем разобраться с ними. Так, турелька мне не нравится, которая там бомбит. Так, давай, Эль Прима, тоже стой. А Бовасик пускай собирает. Я, знаете, так говорю, как будто он меня слышит, блин. Куда ты лезешь-то, ёпростэ? Так, давай. Отлично. Пускай он подхиляется, я надеюсь, он додумается хильнуться-то, ёлки-палки. Так. Какие-то недолеты у него там получается. Так, хорошо, давай сюда. Все, ребят, я, наверное, буду сейчас... Вот, кстати, этот удар от Шелли очень-очень смертельный. Я подожду здесь. Черт, они респаются здесь, ребят. Мне там лучше не стоять. А, у нас, ребята, время, да? Опс, тихо. Куда это собраться? Родной! Так, а, у нас, ребята, выбили гемы. Я думаю, в чем проблема-то? У нас... Ну, подбей ты вон того хмыря. Молодец, подбил. Иду на помощь. Так, у нас, ребят, с вами пока преимущество. Пока. Так, давай-давай-давай этого заколбасим. Отлично. Слушай, мне этот не нравится хмырь, который бомбит. Так, ты иди, спрячься, спрячься лучше. У тебя основная доля, скажем, этих гемов. Так, этот механик идет, да, типа за нами. Мы выиграли. Молодец, вот Бовасик умница, что он спрятался. В принципе, тактика отличная, ребят. Так, ну что, Эль Прима, размялись мы с вами. Так, и теперь я думаю, что нам нужно взять... Ага, отлично. Теперь давай возьмем кого? Ну, в принципе, мне понравилась Джесси. Да-да-да, вы скажете, а что такое Джесси? Ребят, вы не поверите, у нее офигенно дамажит пуха. Она бросается такими, как бы, энергетическими сгустками, да? Ну, типа патроны, так скажем. И они очень нехило дамажат. Поэтому плюс она... Да иди ты, какой ТикТок, блин, в жопу еще. Слушай, блин, сколько раз зарекался, надо вырубать эту хрень всю перед началом игры, блин. Все время забываю, ребят. Так, турельку я влепил. Вот, да, ребят, видите, турелька, которая обычно... Опа, опа, примач тут бегает. Он спрятался, я знаю, что он там спрятался, ребят. Жучара этот. Так, Пока, ты достал. Минус. Ну, что он там? Есть. Слушай, я пошел собирать, ребят, гемы. Да, я знаю, что уже не танк, поэтому я всегда сзади, ребята, сзади вот так вот стою. Ну и... Опс! Прикройте меня! Блин, да что ж вы? Бул, куда ты смотришь-то, ё-моё? Слушай, что с Булом-то вообще не так? Эй! Что-то он вообще, ребят, по жесткачу тормозит. Может, лагает, глючит, я не знаю. Так, там турель стоит. Там, ребят, стоит турель, надо ее уничтожать. Так, Пока там прячется у нас еще, да? Хорошо, ребят, я в отхил. Я в отхил. Так, у нас тут 3 против 7, ё-моё. Слушай, это не вариант, ребят. Так, минус турель. У них уже 8. Хорошо, я поставлю сюда турельку. Красная команда выигрывает. Блин, меня разнесли в хламину. Да потому что, ребята, те, кто должен танковать, они не танкуют. Вот Бул, например. Вот что он стоит вот сейчас в данный момент и получает звездюлей. Причем за просто так. Чё ты не стреляешь-то, бегаешь-то вокруг... И еще многие, блин, говорят, что ты критикуешь там кого-то. Ребят, я не критикую, я просто вам говорю, что, ну, на самом деле, ну, тупо это все, тупо. Типа сам не играешь. А как вот мне играть, вот ты прикажешь? Лезть вперед к ним туда или что? Как? Я лично не знаю. Если Бул, например, у него и по здоровью, и по урону он сильнее, почему он не атакует? Ну, предположим, давай. Я понимаю, понимаю все. А где еще-то наш боец один? Я не пойму. Ну, видите, ребят, из-за этого Була, блин, мы с вами и продули. Он... Не знаю. Говорите, что хотите, но Бул здесь вообще сыграл очень отвратительно. Леон КЗ. Давай, конечно, приму. Парень нормальный, мы играли уже с ним.
Он опять за кактусенка играет. Так, ребят, я посмотрю, что у меня выпало для начала. Угу. А ну-ка, порадуй папочку. Так, Бул и Пока. Как раз те персонажи, которыми я вообще не играю, ребят. Ну, опять же повторю, пока не играю. Может быть, кого-то взять еще? Ну, давай вот Руслика. Руслик просился. Примет приглашение? Не примет. Он просто в самом начале, ребят, как я только зашел в игру, кинул мне приглашение. Но я тут пока подготавливался, пока то все 5-10, пока настраивал там камеру, херамеру, наверное, обиделся меня. Руслик, если ты видишь этот видосик, я не со зла отказал тебе в пати. Не хочет он. Ладно, будем искать тогда так. Главное, что Леон КЗ с нами. Это кактусенок, редкий персонажик. Надеюсь, не... Оу, да ладно, я не хотел в это играть. Ёпрасоте, ну... Леон, блин, я что-то, ребят, честно говоря, не посмотрел. Блин. Ну ладно, давай попробуем. Ну, я не знаю, у меня шансов, я не готов. Я Эль Прима играл обычно вот в такие вот... В парные, но... Джесси, я не знаю, ребят. Что из этого получится у нас? Ну давай, набирает, пускай пока. Так, у нас по две. Так, а у нас вообще-то это все делится пополам. Так, кто это у нас? Шелли. Ну ладно, хорошо, там у нас турель стоит какая-то. Такой замес сделан там. Робот этот бегает. Кактусенок, тихо. Ой, блин, кактусенок. Так, хорошо, смотри, ребят, тут что происходит. Сзади говнюха там мелкая ползает. Опять же Шелли здесь еще. Ну давай, кактусенок. Че это они вдвоем? Ты посмотри, что происходит. Ребята, меня заколбасят сейчас. Шелли, черт подери. Да прикрой ты. Фак, а. Кактусенок, если тебя сейчас забомбят, забомбят нас всех, поверь мне. Давай, бегай. Кактусенок. Его на самом деле звать Лев КЗ. Казахстан, может быть, КЗ. А другого я не знаю, как по-другому величать. Так, хорошо, давай, предположим. Кактусенок. Стой, давай сюда. Блин. Его все тянет на рожон. А мы что? А, три команды осталось, ребят, здесь. Оу, Шелли вышла. Блин, меня разбомбили, ребят. Да. Слушай, она просто скотина пряталась в этом, в траве. Да, из-за этого. Ну и кактусенок тоже, как говорится, ничего не смог сделать один. Кактусенок. Слушай, ты извини, конечно. Блэд, я хочу вступить. Нет, ребят, я отклоняю. Я вообще выйду. Я не хочу. Че, а почему я не могу? Я не хочу, например. Так, что за фигня-то? Ребят, что-то зависло у меня по ходу дела. Я не знаю, в чем проблема. Я не могу ни отклонить, ни принять ничего. Так что придется перезапускаться уж, извините. Так, ребятули, вот Руслик хочет... Да не хочу я в парное, давай в захват... Нет, я не буду, ребят, играть. Я не хочу, я выхожу из этой команды. Я не хочу играть в столкновение. Мне не нравится. Вот в данный момент... Тем более я хочу поиграть нормально себе вот этим персонажем. Она явно не предназначена для столкновения. По крайней мере, от меня, от моих корявых рук. Ёлки-палки. Вот, я хочу спокойненько размяться, разогреться для начала. А уже потом, да. И то я возьму, наверное, Эль Прима, если уж на то дело и пойдет. Так, тихо. Тихо, ребятушки. Я знаю, что он сейчас будет делать, этот. Ну! Прикрывай давай меня! Придет, нет? Давай. Отлично, молодец. Опа-на, опа-на, прибежали, блин. Смотри, он что сделал, турель гаденыш поставил. Смотри, как Нита бомбит, не по-детски. По красоте, кстати, у нас урон. У нас, ребята, урон. Здесь, когда я играл Эль Прима, ну, опять же, 50 на 50, ребята. Когда заходит, а когда нет, поэтому ничего не могу с этим сделать. Так, нечего тут, как говорится, телефоном звонить, отвлекать меня, да? Так, ну что? Давай, 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 давай. Турелечку, естественно, ребят, турелечку. Давай, Мишка, бомби там, пожалуйста. Ну. Так, отлично. Возможно, ребят, опс. Черт, меня сбили.
Слушай, ну 7% осталось. Я думаю, что мы успеем добить. Все будет у нас легко и просто. Все. А кто забомбил? Ага, понятно, киллер. Ну что же, молодец, хорошо отработал. Так, Джесси. Слушайте, мы, наверное, получим с вами скоро 6-й ранг ей. Так что погнали далее. Так. Так, Леон. Давай, примем. Да не хочу я, елки-палки, в это твое парное, блин, столкновение. Не хочу. Сколько раз говорить-то, ё-моё. Он, наверное, думает, что я просто так выхожу из пати. Нет, конечно же, ребят. Конечно же, нет. Давай сыграем за Дэрила. Ой, за Дэрила. За Дэрила не особо я хочу. Вот давай лучше мы за Рика поиграем. Пошуршим. Поехали. Оу, тихо, погоди. Ладно, уже... Не, могу выйти. Он здесь-то не заходит, елки-палки. Он на кристаллах еще нормально, но только не в ограблении. Блин. Твою ж дивизию. Ладно, поехали. Фигли, раз уж выбрал, куда деваться-то? Будем бомбить. Так. Ну, ага. А я пошел туда, напередок, ребята. Хрен тебе. Так, тихо-тихо-тихо, не надо буянить. Вот стой там. Ать, не стало. Минус, отлично, ребятули. Минусанули, так сказать. Ну давай ты. Воу-воу-воу-воу. Смотри-смотри, преследует. Сматываемся. Турель добила меня, говнюшка-турелька. Вот, ну. Сколько, 55%? Ну ладно, отлично, побежали дальше. Знаете, ну, многие... Тихо, Нита, она сейчас вызовет, ребят. Она сейчас вызовет там Мишку. Нет, она уже никого не вызовет. А я, ребят, вот буду отсюда бомбить. Бомбить, бомбить по сейфу. Я знаю, что это бомбочки тут вызывает. Хрен тебе чего. Оу, хорошо зажарили, ребята. Очень хорошо. Ах, как по красоте. А теперь сматываемся отсюда. Далеко, конечно, не убежал. Но, тем не менее, победа за нами. Да, и с этим не поспоришь, согласитесь. Ух. Ну, Барли молодец, молодец, отыграл. Вот правильно он сделал роль эту. Смотри-ка, я перешел на второй ранг, ребята, Барли. Так что игра была... Илья. Илья, ну давай возьмем Илья. Так, что у нас тут, ребят? Леон... Опять, что ли, меня сейчас в эту... Ну, давай посмотрим. Захват кристаллов. Ну что ж, захват кристаллов, я думаю, сгодится мне. Погнали. Ох ты! Скину чувачка новый, да? Ладно. Так. Тут у нас на захват кристаллов. Ну, здесь можно, ребята, поиграть. Блин, мне надо было сменить. Сменить мне надо было этого робота. Я бы лучше бы взял бы Эль Примо. Угу. Ну ладно, поиграем тогда этим роботом маленьким. Опс, опс, опс. Тихо ты. Блин, а у них тут, смотри, что. Одни взрывники, начиная от Дэрила, да? Ой, Дэрил, какой Дэрил? Барли, ёпрсте. Я ж тут всех поперепутал, всех посмотрел. И взрывник. Смотри-ка, даже мой кактусенок родной убегает, боится. Я понимаю, почему он боится. Потому что вон что творят, творят, ребят. Посмотри, что творят. Ага. А если вот так вот подбил, отлично. Куда стрельнул, блин? Зачем стрельнул? Сейчас мне хана, да. Угу. Так, что у нас там по кристаллам? Да мы проигрываем просто-напросто в сухую. 6-0. Ёлки-палки, это никуда не годится. В чем проблема? Эй, столько гемов, отдай сюда. Отдай сюда, гад. Ух, теперь сматываемся. Теперь сматываемся, естественно, ребят. Так, пошел ты, знаешь куда, козе в трещину. Так, давай-ка вот этого Барли с тобой завалим, попробуем. Так, робот мой что-то недовольный. Барли там достал, если честно. Так, во. Кто это такой-то у нас? Что за чувачок там? Блин. Давай, забирай гемы. Молодец, Илья. Умничка, красота. Так, я отхожу, ребят, я отхожу, у меня мало здоровья. Воу. Щет, разнести. Забирайте гемы, ядрень фен, я рисанусь. Фух. Собрал, молодец, умница. Не все, да? Не все ты, по-моему, собрал гемы. Я доберу, что так и быть. Так, стоим, ребята, куда поперли-то, куда? Леон, давай здесь постоим. Давай, здесь у нас точка респа, если что, успевать будем хотя бы
отвоевать эти кристаллы. Давай вот тут мы будем стоять и все. Мы должны их тут порвать. Есть. Фух, молодцы. Молодцы. Прям как будто слышат меня на расстоянии. Как Тусенок, молодец. Илюха тоже молодец. А вообще сработали идеально, ребят. Так, ну а я буду менять, естественно, Рика, потому что, ну, так, выйти и я возьму вот Эль Прима. Я готов. Так, смотрите, как Тусенок имеет 14 ранг, Илья имеет 7 ранг. Ну, вот этот вот, я не знаю, как его, лучник, охотник, кто он такой. На самом деле он редкий персонаж, по-моему. Да ведь? У меня такого нету, по крайней мере. И не предвидится в ближайшее. А кто выбрал-то? Да ёпрсте, да какого ж хрена я взял этого, блин? Я думал, мы будем на захват кристалла. Пипец, блин. Нахрен мне здесь Эль Прима? Ёпрсте, ну и чё? Ну и как? Ладно, я пошел, ребята, бомбить. Хрен ли делать-то? Оп-оп-оп. Я попытаюсь. Меня бочкой тут накрыло. Ну, стрельник сейчас убил, естественно. Так, Леончик там тоже бомбит, я смотрю. А это, смотри, что делает. Барли. Смотри, что Барли делает. Естественно, они тут все. Ладно, будем наказывать их тогда. Наказал, блин. Не-а, нифига не получилось. Да потому что какого хрена, блин, они меняют, блин. То одно, то другое, блин. Нафиг, блин, я манал, блин. Надо было, блин, смотреть, прежде чем соглашаться, блин, на кого, куда они там нажали. Какой хрен мне тут, блин, вот здесь вот. Твою мать, а. Меняет, блин, даже. Нет, нафиг. Я не хочу играть по чьим-то правилам, блин. Отмена, нафиг. Я выхожу из компании. Бля, без согласованности, без всего. Просто берет и все. Я, если я собирался играть в ограбление, пускай будет в ограбление. Я вообще хочу посмотреть сундук вот этот вот. Так, Барли, Эль Прима. Ну ладно, в принципе, нормуль. И ограбление. Нет. Давай для ограбления мы с тобой возьмем Пенни. Ну что тут? Так, Руслик, Руслик взял своего. На кого? Опять ты этот столкновение одиночное? Да не хочу я ее просто, ну. Блять, писать каждому. Да я не хочу, ребят, писать. Я не хочу писать каждому, что это. Ну его нафиг. Я в ограбление, блин, хочу. Вот и все. Давай посмотрим, что у нас тут. Так, Дэрил, 6 карточек. Получается у нас прапывается. И Кольт 10. Так, билет, какие-то билеты, я еще их. Нет, Русик, уж извини, я не хочу. Новый рубеж, ага. Новые события, особое событие. Так, все, никак не могу выбрать. Давай, я возьму. Возьму Джесси. Так, подожди, берем Джесси. И пойдем в ограбление. Так, в ограбление. Да, я пойду в ограбление. Блин, самое дерьмовое, ребята, что здесь нет вот этой согласованности, да? Вот он хочет, например, туда, а я не хочу, например, туда, я не могу. Мне надо ему написать в личку, объяснить. Это так много времени. Это надо определенный или Дискорд тут иметь, чтобы можно было, ну, как бы, как вам сказать-то попроще, общаться сразу же создавать группу и общаться напрямую, блин. Потому что, ну, сейчас вот было, да, я взял Эль Прима для одного, а они взяли, блин, пошли в ограбление банка. А нахрена мне спрашивается там Эль Прима? Когда мне нужны вот такие вот юниты. Стрелковые, ну на худой-нибудь Барли, блин. Который заходит замечательно. Ну давай, давай, стреляем, расстреливаем. Ядри, ни фени, не сейф. Пускай они там что хотят. Ай, тихо, 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 отходим. И, ребята, если кто смотрит, это не со зла. Я ни на кого не ругаюсь там. Что вы хреновые или еще что-нибудь в этом роде. Нет. Речь вообще не об этом идет. Просто я не хочу играть в те этапы, в которые играете вы. Вот и все. Никого я не ругаю. Сам себя я ругаю, ребят. Так, ну что, он там бомбит. Пойдем уничтожать нафиг его сейф. Там осталось совсем немножко здоровья. Есть, отлично. Нормуль сделано, нормуль сыграли.
Просто классно. Так. Оу, Джесси получает у меня 6-й ранг. Мне это нравится. Так, выходим, смотрим, что у нас там по этим. Угу. Так, нормуль. Поехали далее. Еще сыграем. Потом можно взять, в принципе, Дэрила, да, поиграть. Они у меня первого уровня, их нужно, что того робота, что того, нужно прокачивать, ребят. Но прокачивать их лучше. А что ты там встал, а? Примач. Ты думаешь, тебе там будет выгоднее или лучше? Оу, кстати, я только сейчас заметил, что у нас два этих механика. Ладно. Ну, раз ты там стоишь, так что ты не действуешь-то? Да стой. Точнее, действуй, елки-палки. Так, давай мы потихонечку начнем бомбить. Так, уничтожил, молодец. Теперь давай бомбить. А что ты уходишь-то? Ты бомби, сейф-то дальше. Эль Прима, давай, прыгай. Оу, тут и похоронили всех, кроме Эль Прима. Так, давай сюда. Пошли. Так. Ну, настигли. Отлично. Так, минус. Так, этого Барли сейчас уберем отсюда. Да, убрали, блин. Зажали, ёпарсете. Мы зажаты были, точнее, я был зажат. Так, ну сколько там, 60? У нас, ребят, разница в 1%, охренеть. Минус. Так, ну сколько там? Мы не бомбим, я смотрю, не бомбим мы ни хрена. Так, погнали. Отлично. Поехали, давай, 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 сейф прожимаем. Так, тихо, это сейчас начнет палить, нет? Воу-воу-воу-воу-воу. Минус, отлично. Ребят, я попробую. Все-таки нанес маленько урону. Так, 15%, ну, надеюсь, раздавить сможем, успеем. Давай, поехали. Как говорится, брать нахрапом. Нахрапом, ребят, они прекрасно понимают, что у них очень мало здоровья. И сейчас будут сопротивляться, соответственно, охраняя свой сейф. Ну, я думаю, что вряд ли у них что получится. Вот так вот. Последний, как говорится, был выстрел решающий. Нормуль. Ну что, за Джесси поиграли. Давай выйдем. И пойдем, наверное, с вами в захват кристаллов. И я хочу поиграть за своих самых-самых слабеньких персонажей. Это, например, вот Дэрил. Я его еще и могу улучшить, кстати. Все, поехали. Многого обещать не буду, сыграю как сыграю, ребят. За него вообще не играл ни разу, так что не обессудьте. Я даже не знаю, что он делает. Я знаю, что он, по-моему, в бочку превращается и катится. Ага. Воу, Пенни. Пенни, да, или как ее звать-то, вот эту вот с пылесосом, елки-палки, обратный выдув, который делает. Опа, опа, опа. Куда ты катнулся-то? Он сам, оказывается, ребят, катится. Я думал, что мне нужно вызывать. Ну, хрен там. Да куда ты? Пока, он достал, ребят, на самом деле. Слушай, мне напоминает он что-то Дэрил, типа полу Шелли, полу там еще кого-то, я не знаю. Массовый у него такой обстрел. Массовый. Так, мы что, мы пока ничья, ребят, у нас по гемам. Да куда ж ты качешься, такой несуразный он, честно говоря. Так, Пока тут еще, блин, вылез. Откуда, из-под тишка причем. Так, я хильнусь. О, у них гемов-то, ребята, извините меня. 0,7. Поехали, попробуем. Упс. Попробовал. А что это за фигня, интересно? А, это лечит. Это, наверное, вот эта вот баба с пылесосом, елки-палки. Красная команда выигрывает. Вон, у Пока, ребята. Вся фигня у Пока, я понял. У меня закончились патроны. Какая-то у нас команда не особо такая классная получилась. Сыграли паршиво, ладно, в сухую проиграли. Просто я не понимаю, если у кого-то есть очень много гемов на руках, нахрена ты лезешь вперед? Нахрена? Дэрил, короче, мне здесь не зашел, вот честно вам скажу. Поэтому я буду выбирать кого-нибудь другого. Ладно, давай-ка разберемся, кого нам нужно выбрать. Дэрил, короче,
надо к нему привыкать. У меня нет времени сейчас привыкать. Это я уже буду за кадром, наверное, с ним играть, как говорится, пробовать его. А возьмем, пожалуй-ка, мы с вами. Слушайте, вот я Пока не играл, но я знаю, что этот козлодой еще такой, знаете, бегает, шуршит, там что-то делает. Давай сыграем за Пенни. Она у меня тоже не особо сильная. И, кстати, я не особо как бы умею. Игра закроется на техническое обслуживание. Вы что, издеваетесь, что ли? Фак! Ребята, игра закроется на техническое обслуживание. Вот это мы, блин, поиграли. Вот это вот у меня серия получилась, а? Ядрен батон. Дай хоть була улучшу, что ли. Ребят, честно говорю, я хотел как можно больше и лучше сегодня поиграть. Конкретно на часик, так сказать, засесть. Но у нас есть другая игра. Называется Танколут. Поэтому буду переходить в нее. И надеюсь, мы уже там с вами встретимся. Ну, а на этом тогда уж все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых, ребят, видосиков.